Всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и мы продолжаем квест «Осколки былой славы». Друзья, да, прошлая серия, сотая серия у меня закрашилась, к сожалению, что-то у меня с системой, но... Ладно, это происки врагов, но теперь на 101 серии мы завершим этот квест, наконец-то завершим, я надеюсь, очень сильно. И давайте посмотрим. Осколки былой славы. Я нашел только один осколок и сейчас нахожусь в пещере, точнее, не в пещере, а где же я там нахожусь? В локации. Ага, треснувший бивень, хранилище. Вот так вот, оно уже очищено, и нам осталось только открыть двери, и вот он, второй осколок. Ой, давайте еще немножечко осмотрим, тут у нас шлем валяется, зелье, ой, как хорошо так. Воу, эбонитовый кинжал. Я буду собирать весь лут. Весь. Также здесь хотел забрать вот это все. Ага. Синджин. Ух ты. Надо будет обязательно прочесть в рубрике книги Скайрима. Вау. Вау, люблю книги, которые побольше. Побольше. Если что, можете самостоятельно прочитать в режиме паузы. Ничего себе, довольно большая книга для Скайрима. Уже страниц 10. Ого, как интересно-то. Ладненько, я ее забираю. Забрать. Ну, сверху ничего не будет. Ну, самое, конечно, дешевое не будем брать, но я уже набрался. Так, подождите. Я использовал уже черный рынок, да? По-моему, я использовал, у него нет денег. Должно быть, желаешь заключить новую сделку. Торговаться с тобой это всегда. Не, у него же все нормально с денежкой. Отлично. Увлекательно. Так со мной торговаться увлекательно. Ну что ж, продаем эту секиру. Также, что я тут еще понабирал? Так куча посохов, которые я не пользуюсь. Их нужно будет обязательно мне отнести. Вот стеклянный кинжал. Я его вот эбонит, булава. Кинжал. И давайте посмотрим, что у меня тут из вещей-то. Надо будет обязательно сбегать. О, щит. Маски нет, маски, шлем. О, броня, да, да, она очень дорогая. И как раз-то ее нужно было сплавить. У него еще 18. Ой-ой-ой-ой, какая... Это что его... А, это же, в принципе, то, что мы ему продали. У него еще эбонитовая броня великого колдовства. За оружие что у него было? Ага. Дайдрическая булава. Стрелы, как всегда, можно было их купить, но мне нечего ему продавать такого. Я все уже продал. В принципе, можно будет его еще раз вызвать потом. И Буран. Не, Буран оставлю. Ну, все, друг, мне пока. Мне так нравится иметь дела со смертными. Нравится ему. Окей. Ладненько, давайте сохранимся. По-моему, здесь много ловушек, друзья. Я играю на легендарной сложности, играю за мага, так, кто, чисто, кто не в курсе. И мы сейчас должны туда пробраться. Ну, подсказывает мне чутье мое кошачье, что... Здесь, да, у нас ловушки. Оп. Стрелы. Хорошо. Наверху ничего нет. Опа. Раз ловушечка. Да, все в ловушках. Также давайте осматривать сундучки, которые тут разбросаны. У них неплохой такой лут. Есть. Заберу. Нетушки, нетушки, ребятки. Дайте-ка я тут все смотрю хорошенько. Не спрятали там где-то сундучок какой-то, нет? Нет, вроде бы все нормально. Мы все смотрели. Вот ловушку обошли даже так. Ага, вот еще одна ловушка. Интересно, когда она срабатывает. Не так далее, когда я забираю остальные. Да, вот смотрите. Ай-яй-яй. Да, все-таки попали. Попались мы на ловушку. И давайте посмотрим, какие осколки теперь мы взяли. Рукоять у меня уже была. Это самая первая. А остальные где? Я что-то... У меня там кружка. Ага, вот они, друзья. Ну, это само жало. Оно разбито, но мы будем его собирать. Вы только посмотрите. Вау, вау. Еще раз. Вау. Ладненько.
Хорошо. Давайте сохранимся и погнали дальше. Погнали дальше. Сейчас мы должны будем достать самые-самые-самые далекие. Последний. Подождите, рукоять мы взяли. Жало мы взяли. А что мы не взяли? Что осталось-то? Это странно, очень странно, потому что по идее-то у нас все есть. Все осталось, и... Ух ты, тут какая-то дверь заперта. А, эксперт, конечно. Конечно, тут нужно быть поосторожнее. Давай. Есть. Куда это мы вышли? А, наверное, просто вторая дверь, которая была закрыта на замок, а мы ее взломали и просто сейчас выйдем на улицу. Скорее всего, так оно и будет. И отправимся. Я не хочу сейчас отправляться на повозки. Я хочу туда добежать, друзья. Добежать. Да, будем бежать, осматривать Скайрим, умирать. Хотя нет, я уже такой опытный. Да, мы выбрались вот отсюда. Ой, смотрите, там даже у нас кто-то... Да ладно, говорит, ни шагу больше, ладно. Давайте возьмем магию, какое-нибудь разрушение помощнее, огненный шар. Покажем этому орку. Он просто исчез, друзья. Просто исчез. Ну что ж, давайте, как всегда, будем качать нашего вервольфика. Конечно. Как же без этого? Потому что я ж не просто так играю за вервольфа. Потому что... Ах, как мне нравится, когда он превращается. Ну что ж, время кушать. Кушай, мой маленький. Тут, по-моему, было больше ребят. Мне нужно сейчас так знатно покормиться. Конечно, можно было зайти вовнутрь, потому что, по-моему, парочка ребят была там. Да? Да, я никого не хочу пропускать. Да, конечно, можно было быстренько сейчас рвануть, но пока ты вервольф, почему бы не воспользоваться этим и не покушать? Да, да, по-моему, парочка и даже три соперника тут было. Давайте, вот, наверху, вот мои маленькие, ням-ням. Интересно, хоть уровень сейчас прокачаю один? Нет, следующие уровни качаются уже дольше, намного дольше, но ладненько, я думаю, нахожу. По-моему, был еще один, да, вот он. Боже, это бомбилово какое-то у меня, когда вервольф умираю. Ну ладненько, здесь уже, по-моему, все. Там я, друзья, не помню просто-напросто. Ну, по-моему, да. По-моему, это все. Сейчас немножечко покушаем теми, которых мы пропустили. Ага. Этого мы съели. Кого же мы не съели? Ага, по-моему, вот этот вот, который был... Ага, вот он улетел. Есть. И давайте проверим. Я переключил крик вообще? Ага, я переключил. И теперь у меня появились два волка. Снежных волка. Союзники, которые мне помогают. Отлично. Ах, кричат там. Да, вот третий, и, друзья, по-моему, это все. И сейчас я воспользуюсь моментом принести обломки. Где-то тут мне ребята говорили, как-то можно включить карту, только вот как. Enter. Нет, блин, тут как-то можно было через задание, через вот это все посмотреть на карту, но... Какими-то манипуляциями. Видимо, есть какие-то задания, чтобы можно было посмотреть на карту, но я этого не вижу. В принципе, у меня есть маркер, друзья. Так, главное нам определиться. У нас два маркера. Один маркер, который показывает вернуться домой. Ну, скорее всего, мне вот туда, судя по карте. Давайте сохранимся на всякий случай. Пока я вервольф. Сейчас будем рвать и метать. Давай пробежимся. Ну, во-первых, очень круто бегаем.
Блин, я чувствую себя просто каким-то гонщиком. Такой бегущий по лесу. О, по лесу. Опа. Кто тут у нас? А тут у нас какой-то мах. Странник. Тольсгар Странник. Господи, надеюсь, это не какой-то там квестовый персонаж, потому что вечно вервольфом ем квестовых персонажей. Друзья, если вы знаете, кто это был, обязательно напишите. Боже мой. Просто вервольф — это убийца квестовых персонажей. Может, они дают какие-то крутые задания, а с помощью вервольфа мы это все крашим. Ух ты. Не, смотрите. А, зайчика можно. Не знаю, зайчик ему на один зуб. Мы нашли какую-то гробницу. Ого. Никто ее не охраняет. Некому дать люлей. Ну ладно. Давайте выйдем отсюда. Пробежимся дальше немножечко. Нам вот, вот туда. Нам нужно обойти вот эту вот скалу как-то. А ну. Получится, не получится. Да, я думаю, все получится. Скорим. Блин, ну мне кажется, опять я что-то закрашу, какое-то задание, потому что... Ну как, кто-то был, кто-то был. Ребята, обязательно прочитайте, напишите мне в комментариях, кого я опять съел. Ой-ой-ой. Смотрите. Тут напали на повозку. Нормально, можно, в принципе, лошадь поесть. Неплохо. Раз лошадка, два лошадка. Кого-то спалили. Может, это по какому-то квесту? Если вы что-то такое помните, ребят, напишите. Мне довольно интересно. Так, мне дальше. Погнали. Погнали. Фу, скорость просто феноменальная. Наверное, не знаю, больше никого нет такой скорости, как не у вервольфа. А может быть, у лорда вампира тоже огромная. Так, у нас противники, давайте сохранимся. И кто тут у нас? Ага. Разбойник, знать. Ого. Вот это разбойники. Вот это я попал на жестких разбойников, друзья. И тут мне надо уже призывать на помощь, потому что лучник просто разваливает меня. А я промазал. На. Мародер. Где он? Где он? Где он? На! На! Хорош! Получай! Просто! Просто не вставай! Есть! Давайте! Блин, надо было кольцо одеть! Кольцо, я вечно забываю про них, которые добавляют бонусы. Так, что-то нормально? А, нормально, тут волки с ним справляются, и мы такие леща просто! Не знаю, превращаюсь в какого-то вервольфа, когда играю за него. Ой, кто это тут у нас? Лошадь. О. Коробейник. Короче, без разбора. Едим всех. Всех, всех, всех. И лошадку тоже. Извини, лошадка, но когда я вервольф, тут просто... Какой-то корабельник. Что за корабельник? Хм. Странно. Кто это такой? Ну ладненько, погнали дальше. И, по-моему, друзья, я уже... Да! Да, друзья, мы прокачали перку. И теперь можно прокачать или тотем луны. Тотем братства. Воем созывает вервольфов. Да! Это получается, я теперь могу... кричать, и будут призываться вервольфы. О, да. Ой-ой-ой, смотрите. Тут волки. Ребят, привет. Как дела? Все хорошо? Блин, вот это вообще не круто сделали, что волки... Волки просто... нас не трогают. Можно просто сделать такое селфи. Чик. Ха-ха-ха-ха. Класс. Обожаю. Обожаю, что продумывают вот такие вот мелочи. Так, ну что ж, погнали дальше. Погнали дальше. Я чувствую, так и добегу вервольфов. Но правда, мне нужно питаться. Так, кто тут у нас? Ага, паучок, отлично.
И... Ай-яй-яй-яй-яй! Это просто какой-то футбольный мяч, друзья! Так, один готов. Давай-давай, кушаем. Есть! И там был, по-моему, второй, только я не знаю, с кем он дрался. Со вторым пауком или просто это какой-то спутник. Да, вот еще какой-то враг. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Он... ага, да, второй паук. И, по-моему, это покрупнее такая особь. А ну иди сюда. Иди, малыш. Да, это паучок покрупнее, но он тоже летает просто как мячик. Можно играть в футбол. На! Получай! Давай, комбо! Ух ты, еще живой? Так, стоп. А кто это у нас еще один нарисовался? У нас там еще какой-то соперник. А ну, 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 кто тут у нас, а? Не вижу, никого не вижу. Ага. Это крыска, крыска, крыска. Иди сюда. Она поняла, в чем дело, и просто сваливает, но... кушать хотят все. Так, я хоть правильно бегу, но ладно. Если прибегу не туда, куда надо, то придется возвращаться. Так, что тут у нас? Не знаю почему, но мне почему-то кажется, что я правильно бегу, но только вот куда тут правильно бежать-то? Давайте сейв, 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 сейв. Погнали дальше. Господи, я в этих просторах, наверное, ни разу не был. Так, мы нашли какое-то поселение. Можно, конечно, устроить мясорубку, но, друзья, давайте пойдем дальше, потому что я сегодня хочу выполнить этот квест. Я хочу получить бритву. Хочу, хочу, еще раз хочу. Только то, что я хочу, это, конечно, хорошо, только, блин, я как-то не могу обойти эту гору, по-моему. Может, если я просто побегу по вот этой вот тропинке, я еще что-то смогу обойти. Но почему-то мне кажется, что нет. Мы нашли какую-то, не знаю, по-моему, мы здесь были уже. По-моему, там ведьмы живут. Давайте попробуем немножечко полазить. Проведаем, владеет ли Вервольф навыками скалолазывания, а не я. Так, по-моему, нифига не владеет. Да, он прыгает очень слабенько и, боже, так забавный. Я чувствую, что я сейчас вот это вот добегаюсь, он просто превратится обратно. И, ну, это не беда, в принципе. Можем всегда превратиться обратно. Вот, сейчас нормально, так, по горам мы побегаем немножечко. Отлично! Не, честно говоря, немножечко он может лазить. Мне просто нужно обдурить систему как-то. Нет, я, наверное, не смогу туда дальше пройти. Потому что не смогу. Давай. Давай, 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 Вервольф, мы тебя научим лазить. Так, главное, чтобы теперь не разбиться. Ой-ой-ой-ой-ой, что там такое? О, Мишка, привет. Привет, дорогой. Привет, мой маленький. Оплот, долина какой-то. Мы нашли. Наварно, нормальненько. Давай, давай, кушай. Я, друзья, сохранюсь на всякий случай. Ого. По-моему, я помню эту опасную локацию, друзья. Ой, что-то такое помню. По-моему, это вот это вот та. Я думал, что здесь обломок, но на самом-то деле не здесь. Хотя, может быть, и здесь. Тут же пасхалка от Ассасин Крида, да. Прыжок веры вот здесь. Интересно, если я Вервольфом прыгну. Вот. Он просто туда не пролезет. Нет, 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 еще раз нет, ладно. Вот там вот есть ворожеи, но мы их тревожить сейчас не будем. Блин, мне нужно кого-то съесть. Вот смотрите, тут сундук с лутом каким-то. А, да, я на правильном пути, и мы двигаемся дальше. Тут никого нет? О, отлично. Тут у нас соперники. А где они? Кто это репит так? По-моему, это ворожея. Да! Да! Иди сюда, малышка! Не-не-не-не, нет, дорогая! Сегодня я покушаю тебя! Давай! Давай! Так! У-ху-ху! Жарко, 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 жарко! Все! Все, готово! Есть! Как раз хотелось
здесь ворожею. Ай, блин, это да. Это класс. Ой, давайте я сохранюсь, потому что уже потом второй раз не убивать ее. Потому что, да, видите, что Вервольф сам по себе мощный, но он также и быстро умирает. Стоит мне встретить какого-то крутого лучника, а лучник нас разбирает с двух просто подач. Это печалик, но никуда не денешься. Ой-ой-ой, как же красиво, друзья. Обожаю Skyrim. Блин, когда же выйдет вот это вот... Уже, по-моему, через месяц выйдет обновленный. Ой-ой-ой. Я, конечно, помню эти руины. Да, Валтум. Здесь можно получить маску, я помню. По-моему, так. Если что, напишите. Очень крутой квест там. Очень обязательно мы его пройдем и получим драконью маску. Ой, смотрите, барашки, отлично. Один. Второй. Нормально, немножечко продлит нам Вервольфа и также прокачает. Отлично. Два барашика, это один человек. Класс, 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 класс. Так, нам, по-моему, осталась последняя прокачка. И ой-ой-ой-ой-ой, да. Будет нелегко. Будет нелегко прокачать, но я думаю, справлюсь, друзья. Погнали, погнали, погнали. Блин, я вообще быстро туда чувствую, доберусь. Ну, мне так кажется. Ух ты, волк. Привет, друг. Давай повоем на луну. Нет, не хочу сейчас вызывать вервольфов. Сейчас же у меня будут вервольфы, друзья, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы только посмотрите на это. Класс, просто класс. Ух ты, у нас тут Мишка. Привет, дружок. Нет, 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 не улетай. Давай обратно, давай обратно. Ух ты, смотрите-ка. А теперь вот так вот он, да? На! На! Кушаем, кушаем, кушаем. Хорошо, все хорошо, малыш. Вау, я по этим локациям вообще очень мало бегал, и мне очень нравится здесь. Здесь очень опасно. Где еще? Где еще? Вы слышали? Я слышал еще мишку одного. Ой, смотрите, по-моему, какая-то руда. Да. Ой, смотрите. Там у нас сейчас будет гоп-стоп. О, да, детка. Поехали. Имперские солдаты меня просто на расхват. Ой-ой-ой, так главное, чтобы меня сейчас не убили, потому что я могу сейчас... Стой, 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 дружок. Поехали. Один готов, ой. Нормально. Вервольфы просто погнали разбираться с тем, и, наверное, уже он готов. Друзья, нет, не готов. А, ну все, да. А нет, нет, что просто они его... Отлично, кушай, 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 кушай. Нормальненько, нормальненько, трое. Но, по-моему, друзья, их должно быть четверо. Да, вот еще один. Нет, нет, этого мы съели. Или они съели его? Ребятки, вы ничего не ели? Класс. Класс, класс, еще раз класс. Ну, что ж, погнали дальше. Как раз пооткрываем здесь локации вервольфикам. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я, по-моему, помню эту локацию. Я не хочу туда. Тут можно получить очень уникальную вещь, крутую. И мы не будем на них нападать. Я просто обойду этот лагерь. Мы потом обязательно, обязательно туда придем. Лисичка, нет, 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 нет. Лисички мне нравятся. Я не хочу их трогать. Обожаю лисичек. Так, ну что ж... Беги, 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 мой друг. Ну что ж, добегу, добегу я туда. Очень далеко, друзья. Ого. Так, 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 так. Ребята, я вас выживаю. А тут у нас сладкие эльфы. Да. Жалко, конечно, что их не лут я не возьму. Так, один улетел. Кто-то меня там дамажит. Где он улетел? Давайте покушаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
Меня сейчас убьют, друзья. Меня сейчас убьют, пока он покушает-то. На! Отлично, отлично, отлично. Они просто такие, эти два, они на одного напали. А тот просто сейчас нас убьет. Так, быстрее, быстренько кушаем. Все, они на него сагрились. Нормально. И остался последний. Мах, да? Талмарский юстициар. Юстициар? Ух ты, он довольно крутой, кстати. Наверное, это он дамажил, да, меня? Да, леща дал ему. Но! Дружок, каким ты крутым бы магом не был бы, но один на один ты просто не какашка против вервольфа. Давайте сохранимся и очень круто, я сегодня прокачаю вервольфа. Половина, друзья, половина. Ну понятно, почему он так долго качается, потому что это последняя перка вервольфа, и он у нас будет фуловый. Ой-ой-ой, так, главное не упасть сильно, не разбиться. Давай, прыжок! Отлично. Ой-ой-ой. Так, поплаваем немножечко. Надо помыться. Эй! Ух ты! Смотрите тут. А тут у нас убитый орк. Его можно просто скушать и... Классно. Очень классно. Ой-ой-ой, смотрите. Ой, по-моему, я помню эту локацию. Это очень сложная локация. И я сейчас попробую ее пройти. Так, козлик, не убегай далеко. Не убегай, мы маленькие. Давай, давай, питайся, дорогой. Хорошо. Не знаю, если назвать просто серию прохождения вервольфом, Скайрим. Просто вервольфом. Ой-ой-ой. Немножечко что-то меня лагануло. Я уже даже испугался. Думал, что как раньше. Нет, смотрите. Мне нужно, наверное, бежать по тропинке. Скорее всего, именно она нас приведет туда. Ой, присел отдохнуть. Нет, дорогой. Задница как будто шлепнула его. Ну что ж, стрёмненько здесь мне. Я просто помню эту локацию. Тут, по-моему, очень жесткие ребята. Пока попадаются просто козлики, которых мы кушаем. И странно, что соперников нет. Нам просто позволили зайти. Руины. Вот здесь, наверное, и начнется хардкор, друзья. Ой-ой-ой, как тут темно. Наверное, мне тут придется превращаться обратно. Ой, ребятки, приветик. Да, здесь изгои, друзья. Что происходит? Вот этот вот изгой очень мощный. Но он заглючил. Не пойму, я не могу урон нанести ему. И он не может мне урон нанести. Вот он разглючил, нормально. Не пойму. Я почему-то его не дамажу. Серьезно, ребят. Именно того изгоя я просто буцаю, но не убиваю. И нельзя его есть. А нет, убиваю. Ой-ой-ой-ой-ой. Понеслась. А нет, нормально. Я не знаю, просто тот заглючил. Скорее всего. Кричат еще, оборотень. Так, а куда же мне нужно? Блин, по таким локациям, конечно, вообще неудобно бегать вервольфом. Потому что он большой. Он неповоротный. Тут очень тесно. Я не могу взламывать замки. Не пойму просто, куда мне надо. Ага. Давайте. Ага. Ого. Ага. Это маг. Ой, как я не люблю.
Просто не мешайте, ребята. Я не знаю, это просто тройной массаж. Я бью члена стаи, по-моему, я его... Ага, нормально. Ага. Смотрите, можно взять вересковое сердце. Ага, и поговорить с Нелотом. Это по заданию было у меня. Такое вот. Но он говорил, что может у меня заглючит кое-какой квест из-за этого сердца. Да, это, блин, возможно, я сейчас сделал что-то неправильно. Ну ладненько, будем надеяться, что все хорошо. Ага, мы опять выбрали Скайрим. Так, стоп. Я куда-то не туда пошел, что ли? Или куда-то не туда вышел? Я еще не знаю, но... И точно, был. Ага, нельзя. У нас остался еще один. Вот он! Ну! Получай. Главное не... Давай, давай, давай! Как они просто с удара меня уничтожу? Вот вам. Вот почему я боялся изгоев. Если упустить его и ставить ударить, я так и думал, что он меня просто убьет. И лучник какой, который там сейчас меня может... Вот смотрите. Главное его дамажить. Давай, 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 дорогой! Так, меня-то, по-моему, еще не могут попасть. Нормально. Кушаем. Ага. Стрелы мимо летят. Вот смотрите. Там какой-то мазила. Да, он просто далеко. Ну, ладненько, дорогой. Я иду к тебе. Я иду к тебе. Но! Просто улети. Так. Ребята, погнали. Погнали, мои маленькие. Ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет-нет. Все равно бывает, что-то подкрашивает мою систему, блин. Ой-ой-ой, смотрите, как туда паук забрался такой огромный? Я не знаю. Ого! Не-не-не-не-не, не убивай меня! Ничего себе, вы видели? Ого! Вот это да, он чуть не убил меня. Ладно, погнали дальше. Так, давайте сохранимся. Я иду дальше. Вау! Тут столько лута всякого, я Бервольфом не могу просто его брать. Очень неудобно, очень. Потом нужно будет... А? Так, отстань, 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 отстань. Да ладно! В твоей власти, говоришь? Готов? Я думаю, те ребята справятся с тем другим. Нет, 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 не глюч, блин, заглючил. И давай сразу его скушаем. И давай меня сразу скушаем. А что? Наверное, друзья, тут мне нужно уже превращаться обратно в воина, потому что... Тут никого. Тут просто... Три вервольфа забежала сюда и решила немножечко покушать. Ой-ой-ой, мах! На! Не-не-не, друг. Давай, успокаиваемся. Успокаиваемся! По-моему, тот второй проснулся, и он может сейчас меня убить. Да, он бьет меня, бьет, бьет, бьет. Хватит, 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 хватит. На. А, мои волки пропали вот из-за этого. Ой, смотрите, он сразу распался как-то так быстро. Это, наверное, из-за этого он просто слабенький был. Только, наверное, из-за этого он меня и не убил сразу же. Только из-за этого, реально. Так, и...
Какую, как дверь-то открыть-то, блин, когда не магом бегаешь, очень сложно. А, наверное, вот там вот дверь. Ну, опять же. Опять же. Тут никого нет. Очень странно. Ага, там у нас ловушки были. Здесь можно взять книгу. Поворачиваем рычажок. Давайте посмотрим. Есть, друзья. Есть. И мы прокачиваем последнее. Тотем хищника. Отлично. 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 Давайте сохранимся. Есть, друзья. Есть. Здесь мы прокачали Вервольфа на максимум. И, наверное, сейчас умрем, потому что колечко хила я не одел, и жизни у нас не восстанавливается по чуть-чуть. Осталась последняя локация. Скорее всего, тут очень мощное ворожее будет охранять последний осколок. Ну, я думаю, мы все сделаем хорошо. Да? Да. Очень трудно. Первые два просто достать было очень быстро. А вот этот вот, да, вот это вот... Ух ты, нам нужно забраться. Да, мы видим вот эти вот штуки ворожеи. Давайте сохранимся. Ага, там защитные эти стоят. Ну что ж, призываю. Призываю дружков. Давайте. Бегите. Бегите, бегите, мои маленькие. Ого. Но! Дорогая. Нет, нет, нет. Только не сегодня. Сегодня ты вставать не будешь. Довольно вкусненькая. Вообще на изи. Ух, друзья. Друзья, мы прошли. Мы сделали это. Мы это сделали. Все, я сохраняюсь. И я превращаюсь обратно в голенького Давакина. И мы получаем последнее. Ой, жизни. Сразу так мало стало. Ну что ж, давайте оденемся. Одежда, да, маску, магию. Нужно будет мне немножечко привести его в порядок. Я весь прошустрю лут, который здесь находится. Обязательно весь. В принципе, здоровье у нас сейчас восстановится. Мы еще раз сохраняемся. Давайте включим фонарик. Точнее, свет. Да будет свет. И у нее забираем последний. Ага, скорее всего, это есть. То, что не хватало вот этого вот камня. Да. Как называется? Навершие. Навершие бритве. Есть! Мы нашли все, друзья. Все, все, все. Можно пособирать еще вот эти вот камушки. Оп. Один, два и три. Тут у нас огромный сундук с лутом. Отлично. Я забираю все. Маска. Луки наносят на 25% больше урона. Ой, как хорошо. Есть необычный камень, друзья, мы находим. Отлично. И плюс у нас тут крик дракона. Страх, испуг. Ой-ой-ой. Это все, наверное, убегают. Давайте посмотрим. Да, я его еще не качал. Прокачаем. Давайте. Ура, друзья. Ура. Мы нашли все. Все. Все, все, все камни. Я, наверное, вне эфира побегаю, соберу весь лут, пособираю. Но я не буду этого показывать. И в следующей серии, друзья, мы соберем бритву Мирунуса. Правильно ж так, да? Я как всегда ошибся. Да, бритва Мирунуса. Просто уникальный и офигенный артефакт. Все, друзья, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. У меня там немножечко людей, но я стараюсь все. Я в основном ВКонтакте сижу. Так что подписывайтесь, там пишите в сообщения. Во всем. Также, если вам не трудно, порекомендуйте это видео друзьям. И лайки. В
благодаря вашим лайкам, оно тоже мне очень сильно помогает, друзья. Всем огромное спасибо. С вами был канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагира Иван. Всем магия. Не знаю, что это было. Пока.